У православных христиан сегодня начало Великого Поста, самого продолжительного и строгого для верующих. Предстоящие 40 дней – это время покаяния, раздумий и усердных молитв. Принято отказываться от развлечений, соблюдать умеренность пищи, не есть мясо, а рыбные блюда употреблять лишь в особые дни. Многие рестораны и кафе предлагают постное меню. При этом священники подчеркивают, не надо путать пост с диетой. Главное – духовное очищение, которое намного важнее ограничений в еде. Завершится Великий пост главным христианским праздником Пасхой. В этом году она приходится на 8 апреля.